капуке кануке. Ух ты! Какая красота! Привет! Ты знаешь, куда мы приехали? Это Санкт-Петербург. Смотри, здесь есть Исаакиевский собор, Медный всадник, памятник Петру Первому. А это разводной мост. Чтобы кораблик мог проплыть, мост должны развести. Смотри, человечек наблюдает за тем, как мост пропускает кораблик. Интересно, что еще здесь есть? Поехали посмотрим. А, смотри, это Чижик-Пыжик. Он сидит на берегу реки Фонтанки. Нужно бросить монетку Чижику, и тогда желание сбудется. Этот Чижик, как и все остальные памятники здесь, связан из пряжи, потому что мы находимся в музее варежки на набережной реки Мойка. В этом необычном музее можно кататься на машинках, играть. Ой, что это за звук? Это же пожар! Поехали на площадь! Смотри, пожарная бригада уже на месте. Кто-то тушит пожар, кто-то спасает малыша, а кто-то снимает кошку с крыши. Давай помогать! Станем настоящими пожарными! Мы надели сапоги. Теперь каска. И варежки. Куда же в музее варежки без варежек? За работу! Пожар потушен. А ты хочешь попробовать тушить пожар сам? Тогда приезжай в Санкт-Петербург и обязательно сходи в музей варежки. До новых встреч! Пока!